Люди с ограниченными возможностями все чаще доказывают миру, что их возможности ограничены лишь человеческими стереотипами. В случае с Куралтаем Уябаевым из города Жаноузен Мангыстауской области пример для всех. Несмотря на диагноз, поставленный врачами, он наперекор судьбе занимается собственным бизнесом. Куралтай наладил производство мыла и зарабатывает себе на жизнь. Его продукцию можно увидеть на полках магазинов города. Куралтай Уябаев, житель села Рахат города Жаноузен, занимается производством хозяйственного мыла. В результате господдержки он получил безвозвратный грант в размере 1 380 000 тенге и приобрел станок для производства мыла. Куралтай установил его в небольшом сарае возле своего дома. Сырье изготавливается вручную, при этом есть возможность с помощью оборудования производить до 200 кусков хозяйственного мыла в день. А необходимые добавки привозят из Алматы. Мы хотели воспользоваться этой возможностью и попробовали. Комиссия увидела план, ознакомилась, дала возможность. Спасибо большое. При наличии устройства подготовки сырья в сутки можно добиться производительности до 500 продукции в день. Также есть возможность производить белое ароматизированное мыло и стиральный порошок. Сейчас существует аппарат по производству мыла, соды и порошка. Если будет такая возможность, то хотел бы производить их тоже. Взяв большую аппаратуру, мне намного легче и удобнее. Сам бизнесмен является инвалидом первой группы. Сегодня его продукцией пользуются соседи. Он делает поставки в небольшие магазины. Куралтай считает, что его бизнес будет развиваться, если в будущем будет регулярный масштабный спрос. Дана Килибаева, Мукагали Нурдаулетов, Аслыбек Абикенов, телеканал ТДК-42.